звук попал в окружение. И... Пиши. Ребят, реально, будьте серьезны. Ну, нас обстреляли, мы лишились всего оружия, всего. Ну и остались сами в лесу. Начальство сказало, выбирайтесь как-то. Мы были под обстрелом минометов. У нас ничего не осталось обстреливаться. Начальник сказал, выбирайтесь. Вот и мы и выбрались. Повсюду были мины, все. У нас не было другого варианта. Я хочу поехать домой. И остаться просто дома. У меня семья, я еще молодой. Мне еще хочется жить. И не желаю, чтобы вообще здесь кто-то приезжал. Потому что закончить так, как... Нас мобилизовали. И так отправили просто. Можно сказать, пеньками. Езжайте.